Pek Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Состоялось очередное заседание Совета Ассамблеи народа Кыргызстана. Открывая собрание, академик, председатель Совета Ассамблеи Абдугани Эркебаев поздравил работавшего долгие годы заместителем председателя Азербайджанского общественного объединения азербайджанцев, проживающего в Кыргызстане, заслуженного строителя Асада Гасанова со столетием со дня рождения и юбилеем диаспоры турков Ахыска и уйгурской диаспоры. Дорогому замечательному Ахсакалу Азангасанке. Целый век. Я думаю, что вы не обижаете, если от всей нашей ассамблеи, от вашего имени, по-человечески хотим поздравить. Ну, биографию вы без меня уже знаете. Он всегда был с нами, я во мне раз встречался. Мне просто очень приятно вам вручить вот такой памятный с вашим портретом. Долгих вам счастья. Затем юбилярам были вручены почетные грамоты от имени Совета Ассамблеи народа Кыргызстана. Глава азербайджанской диаспоры, заслуженный юрист Кыргызстана Азизага Алиев, рассказал о жизни и деятельности столетнего Асада Гасанова. В своем выступлении он также поздравил юбиляров. Легенда не азербайджанской диаспоры, не азербайджанской нации, а вы легенда республики. Асад Гасанович в 1937 году был репрессирован. В 1933 году был репрессирован в Казахстан, в Акмалу, да, это Астана сейчас, да. Затем он попал в Киргизию. Вы знаете, он закончил индустриальный техникум наш. Потом закончил Московский инженерно-строительный институт. И вы знаете, после окончания сразу его пригласили в дорожное управление при правительстве Кыргызской республики. Он с этого возраста, вы знаете, в таком возрасте пришел. И с тех пор, я вам хочу сказать, он руководил или принимал самое активное участие при строительстве самых крупных объектов нашей республики. Площадь Алатом, да. Исторический музей, аэропорт Манас, Кыргызско-турецкий университет по проспекту Манаса, так или нет? Автотранспортные предприятия, авторемонтные заводы, Бишкекский авторемонтный завод. Это все под его мудрым руководством, или он принимал самые активные. Автодорожный техникум, да. И честно, мы горды. И после этого, я вам скажу, в 92 году, когда образовалось общественное объединение Азери, с первого дня и по сегодняшний день, но минус пандемии, правда, он не участвовал, а так принимал самое активное участие в общественной жизни Ассамблеи народа Кыргызстана. С поздравительными речами выступили и другие лидеры карачаевской, украинской, узбекской и таджикской диаспор. Эти поздравления я вспомнила, когда я вам первый раз делала, от фотографии 9 мая 45 года. Вы когда в Берлине фотографировались, помните? Да. И сейчас тогда был молодой, красивый, статный парень в фуражке. Не изменился сейчас? Нет, чуть-чуть только. А потом, ага. А вчера, когда я делала эту фотографию, я взяла с того мероприятия, когда было название «Карысывар-ды Нурысывар». Помните, такое мероприятие у нас было? Я взяла вот эту фотографию оттуда. Мы такая организация, самая шикарная, самая счастливая, что у нас Карысывар. Живите долго, мы вас любим, и я лично сильно-сильно вас люблю. В завершении встречи Асад Гасанов поблагодарил председателя Ассамблеи народа Кыргызстана, лидеров диаспоры и организаторов за оказанное внимание. Почетный гражданин города Бишкек,
почет Кабинет Республики и так далее. Я еще тоже благодарю наше руководство страны и руководство Ассамблеи, что мне помогали тоже во всех моих работах, во всех моих сферах, действиях. И я все делал для того, чтобы всегда участвовал во всех наших обычных мероприятиях и делал все, что мы друг другу. И это от среди моей работы в Азербайджане я был награжден за укрепление дружбы Кыргызстана с Азербайджаном Комитета по национальным вопросам Азербайджанской Республики Армана. Это все один почетную грамоту или как-то такой красивый форме. Было отмечено, что в октябре столетие юбилея Саада Гасанова будет отмечаться с участием руководителей государственных структур и других общественных органов и почетных гостей. Thank you.
ближайшее время будут объявлены победители 6-го Тюркского всемирного кинофестиваля. В этом году на фестиваль было подано рекордное количество фильмов – 226. В столь масштабном мероприятии принимают участие представители 7 тюркских стран, особенно Турции и автономных тюркских республик, турецких и родственных общин. Мероприятие проводится в двух разделах – студенческом и профессиональном. Тема фестиваля в этом году – мировой язык турецкий. 95 фильмов из 226 прошедших, включенных в список фестиваля, будут участвовать в конкурсе в соответствии с темой и спецификацией. Партнерами фестиваля также являются университеты, а именно кафедры телевидения и кино. 24 фильма, из которых 12 студенческих и 12 профессиональных, будут оценены как фильмы-финалисты. Награждение фильмов-победителей и их создателей пройдет на торжественной церемонии, которая состоится в октябре этого года в Турции. Подборка фильмов, участвующих в фестивале, будет показана в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Македонии, а также Косово, Венгрии, Боснии и Герцеговине и Турецкой Республике Северного Кипра под девизом «Мировой язык турецкий». 9 стран, 9 городов, 1 фестиваль. Очень отрадно, что на фестивале также был представлен фильм от Turkel Media, который также претендует на звание «Быть лучшим». Наш фильм о жизни Эмиля Гамидова, кыргызского полковника милиции на пенсии. Сегодня почти 70% кыргызских полицейских – ученики Эмиля Гамидова среднего возраста. Мы надеемся, что этот фильм получит одну из самых высоких наград на 6-м кинофестивале турецкого мира. В одной из наших будущих программ мы представим этот фильм зрителям телеканала. Мастера из разных регионов приехали в Бишкек, чтобы показать красоту национального ковра, который называют шердак. Мы обратили наше внимание на момент, отражающий эпос о Манасе, и хотели получить больше информации. Действительно, сегодня в Кыргызстане много ремесленников, увлеченных своей профессией. Именно так они сохраняют наследие предков от глубин истории до наших дней. Бибисалиха, Баткен районы, Чегара айылынан келген. Көкташ, колонарын астыда. Тажик кыргыз аралаш бирге жашайбыз. Манастын миң жылдыгына соккон киленди. Мен өзүм жалгыз буну 20 күндө бүткөмүн. Өзүм жалгыз согуп. Бул кылым карткан килемдер менен ата бабабыздан калган салт бизге. Кыздарды берген убакта ар дайым сепке кошуп берет. Сіздерде диван біледі қой, бізде сөзсіз кілем біледі. Бұны осы, дайым күргізмек алып келемін шыл, Бішкекте. Күргізмек алып, ошты алып, Баткенде алып, шыл, менен мен бар соққалы сыймықтан жатамын. Соққалыма өзімдағы сыймықтан ам, Манасын кілемін соққалы. Құрышына соққалын кілемін. Манас қандай? Манасты мен жылдығы да соққалын, таласында Манас бар қой. 95-ші жылы. Мен қошымшалап қойын. Манас кыргыз элинин улуу эпосу. Ошол улуу эпосту аркалап окуп келе жаткан кыргыз эли ар дайым Манастын урпактары менен сыймыктанабыз. Ошол Манастын төрөлүшүнү чагылдырган килем, бул төрөлүшүнү чагылдырган килемди Айкыз деген баткендик келин токуган. Канча күндө сен болуп? Мен буну 25 күндө токуп биттим өзүм жалгыз. Картинага бирин сызып алып дептерге, анан кийин согом да. Мен бул килемди бир айда биттим.
Бир ай соккомун, бул килем менен мен Таластын миң жылдыгына барып келдим. Көргөзмөлөргө келип жүрөм, Бишкектерге. Дайым ушул соккон килем үчүн мен сыймыктанамын. Сиз балдарга, кыздарга үйрөттүңүзбү сиз бул саны? Мен кыздарыма үйрөттүм. Кыздарымдагы согот, мындай дарышкаларды согот. Өзүнүн кыздарым. Экөө тең медицинада доктор, бирок килемди согот, кештетиген. Бул энеден калган сат болот бизгечи. Бизге апалар жүргөткөн. Сиз бул килимдерди бизнес мы көрөсүз, санат мы көрөсүз? Ха, десек. Ооба. Кандай? Санат десек. Санат. Санат болсо да болот бизге. Кызыбызга сеп катары беребиз. Одной акча керек. Акча. Акча болот. Материал алыш керек. Эми анан урпактарга калыш керек бизден. Менен кийинки кыздарга, урпактарга калыш керек. Бул бизнести да өнүктүрөт, эмен да өнүктүрөт. Кол өнөрчүлүктү да өнүктүрөт. Sizin Batken oblasında ceyizde bireysiz mi? Ha, biret. Vallahi kızlarga manalar diyor. Kızlarga manalar sep diyen biz. Batken oblasında Batken'in mentalikten baylanıştı. Her bir kızga bir jülgilem, jülgilem. Bir arav gilem berilet. Arav degen mundan kanatma. Sözsüz türdü. Сеп катары берилет, сиздерде подарка деп коёт экен. Ошого ар бир кызды күйөөгө чыкканда дарит этет да, дарыныя. Сиздерде спа дейт го, бизде сөзсүз түрдө. Ал мындан сырткары килемди токуу бизнеске да кирет. Азыркы мезгилде кайра иштет. Бизнес күчөп аткан вагы себеби булар синтетика эмес. Кадимки эле колдо жасалат дагы. Койдун жүнүнөн кээде краскалар атат манабылар натуральный ручной. Табигый. 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 Койдун үстүнөн малдын жүнүнөн болгон да бул. Анан этиге турбайбыз. Табигый жүндөр. Ошол себептен жылуулук берет, ар дайым басканда бутка жылуулук берет, ар кандай оорулардан сактайт. Кыскасы бул кол өнөрчүлүк эме сапаты боюнча жакшы да. Мана мынашылардын баарын өзүбүз. Койдун жүнүнөн калды. Койдун жүнүнөн болот. Койдун жүнүнөн болот. Нукра жүн. Конечно, для передачи искусства, культуры и истории будущим поколениям внимание и забота государства всегда должны быть сосредоточены на постоянном развитии и сохранении нашего наследия. Памирские кыргызы, проживающие в провинции Ван в Турции, провели фольклорно-музыкальный фестиваль. Они развлекали гостей красочными программами, отражающими традиции, культуру, музыку и историческое прошлое, которые они передают из поколения в поколение и сохраняют по сей день. Были продемонстрированы образцы национальных костюмов, национальных народных игр, а также национальной кухни. Этнические кыргызы, проживающие в районе Эджиш Ванской провинции, живут так, сохраняя все традиции прошлого. Ulu Pamir Kırgız Türklerinin Türkiye'ye gelişinin 40. yılı. Bu vesileyle bu Ulu Pamir köyüne yakın bir yerde 40 tane çadır dediğimiz 40 bozuyu dikilecek.
Onun yanında 40 kız ve çeşitli sanatçılarımızla büyük ve görkemli bir şekilde 4 gün olacak şekilde burada bir büyük organizasyon yapacağız. Талантливый мегастилист Джейхун Бабаевский был в гостях в Кыргызстане. Его считают мегаперсоной в индустрии красоты. В его академии Бабаевский в Екатеринбурге, Россия, обучаются стилисты со всего мира. Его пригласила в столицу Кыргызстана Академия красоты Айпери Кумар. Перед началом мастер-класса наша съемочная группа программы «Мост дружбы» имела возможность задать несколько вопросов Джейхуну Бабаевскому. Напомним, что он родился в городе Ленкоране, Азербайджана. В детстве он с семьей переехал в Екатеринбург из-за болезни. Добро пожаловать в Кыргызстан. Спасибо большое. Очень рад вас видеть здесь. Спасибо огромное. И хотели бы о вашей деятельности. Как все это началось у вас? А в России, в городе Екатеринбург. Я уже живу 27 лет. Эта профессия больше всего, наверное, даже все-таки это хобби, которое превратилось в профессию. Первые мои клиенты — это были мои мамы и сестры, самые бесплатные клиенты. Вот. Потом, когда я пошел в школу, в школе все учителя, все ученики были с прическами. И, собственно говоря, вот так вот развивал я сам себя, но семья была против. Почему? Потому что мужчина, стилист, это было категорически против, но сейчас это, конечно же, сейчас это уже можно сказать, им нравится. Да, им нравится, и это заслужено. Вот. А вот вы сказали, вам 27 лет, да? Угу. А сколько из них вы уже потратили своей жизни вот на эту деятельность? Наверное, 14 лет точно я потратил. А как сама признание, как пришло? Где вы поняли? Мне всегда нравится творить. Я помимо причесок также ландшафтный дизайнер. Нигде не учился. По прическам повышаю квалификацию, там езжу за рубеж, в Европу, там онлайн посещаю. Но вот флористика, цветочная, мне всегда нравится что-то красивое делать. Мне нравится людям приносить красоту, да. То есть, ну, может быть, от Всевышнего какой-то дар, что я должен женщин украшать. А вот ваша первая прическа, которая принес вам известность, скажем. Где это происходило? Это произошло в Инстаграме, когда я сделал объемные голливудские волны. Когда голливудская волна, она одна голливудская волна, я сделал много объемных, и, собственно говоря, я стал знаменитым. В Ютубе везде, всюду есть бабаевские волны. Да, да. Да, вот. Кудри бабаевские. А в каких странах побыли? Наверное, можно сказать, в каких я не был. Я не был только в Африке и в Бразилии. И как вас встречали, ваше творчество, ваша работа? Честно, всегда встречают с великим творчеством, с великой любовью, с уважением. То, что заставляет меня идти вперед, то, что заставляет еще делать больше для людей, для тех людей, кто действительно любит, уважает. И, конечно же, я в Кыргызстане уже, в Бишкеке второй раз, и очередной раз я убеждаюсь, что здесь нереально крутой, красивый, гостеприимный народ, что люди уважают, ценят и любят. Да. Красивые все, да? Да. Необычные. Да, гостеприимство 100 баллов. А сейчас, в данный момент, где вы проживаете и конкретно чем вы занимаетесь? Я живу в городе Екатеринбург, занимаюсь также своей профессией. У нас академия, у меня два салона в Екатеринбурге, намечаются масштабные проекты по России и в родной стране. Вот. Но об этом чуть позже расскажу.
Живу я в Екатеринбурге, там же работаю, у меня большая команда, 12 человек. Ежемесячно обучаем, приезжают со всей России, со всего мира ученики на повышение квалификации и на фундаментальное образование. Супруга у меня визажист, то есть мы с ней вместе добились этих всех высот. А каждое произведение, скажем, да, вот это и есть произведение, да, а они имеют свои названия. У вас прическа имеет название, например, да? Да, все прически называются «С любовью от Бабаевски». Что можете добавить к сказанному вообще, что вы хотели подчеркнуть пару своей деятельности? Я хочу пожелать всем своим коллегам терпения. Это очень важно, потому что мы работаем с людьми, мы несем ответственность, с одной стороны, мы несем праздник, ну и главное – это здоровье. Также хочу пожелать всем, чтобы не останавливались, не попадали ни в какую депрессию, развивались, друг друга всегда реализовывали и достигали всех вершин. А скажите, вот обычно мужчина, мужской мастер, да? Да. У вас только женские прически делают? Да, я делаю только прически. Люблю собирать невест, сестр невест. То есть я на самом деле свадебный стилист. То есть я не стригу, я не крашу, я не делаю макияж. У меня супруга делает макияжи, а я делаю прически. Вот. Может быть, возможно, если было бы время, я бы и стриг, и красил, и все бы процедуру бы делал бы, но расписан год вперед со всеми мероприятиями. А как женщина относится с доверием, потому что мужчина вдруг делает? Настоящая женщина, она уверена в себе, и она никогда не будет сомневаться в себе и в своем мужчине. А скажите, каким знаменитостям вы делали? Я следила, поэтому... Сказать то, что знаменитым артистом, блогером я делал, но мои все клиенты, они звезды, они все крутые королевы, и они все у меня звезды. А вот чтобы я сделал знаменитостям, нет, я не работал знаменитостями, я за счет рекламы взаимосотрудничества, нет, я не встал вот таким популярным, но хотелось бы, конечно же, сделать прическу нашей Примадонне Аллы Борисовне Пугачевой, да, это мечта, которой я иду. А сегодня в Кыргызстане. С чем вы приехали в Кыргызстан? Какими намерениями? И что будете делать нашим местным профессионалам? Посоветовать даже своим коллегам, дать несколько хороших моментов. Потому что в Кыргызстане реально очень-очень много талантливых стилистов, и они не останавливаются, и они идут вперед, и они развиваются. А вот поделиться мне бы хотелось с ними всеми своими знаниями в индустрии красоты, о жизни, чтобы они были номер один. Вы приехали сюда по приглашению? Айпари. Айпари умница, Айпари молодец. Она организовала это даже... Вот она, прекрасная наша сестренка Айпари. Как брат и сестры. Да. Мы все братья, мы все сестры. Мы, как говорится, все мусульмане. И хочу сказать этому человеку, что она организовала за месяц то, что многие за полгода не могут сделать. Несмотря, что такая молодая, да, такая красивая, такая, да, умничка. Вообще. Да? Мы тоже гордимся. Это, да, тоже наш бренд будет. Я, да, думаю, и есть, в принципе. Это Чембе, скажите, пожалуйста, в будущем какие ваши планы? В будущем захватить весь мир только красотой и любовью. Нет. Больше никаких планов нет. На самом деле, как Всевышний даст, как суждено, так и будем делать. А так, действительно, творить красоту. В будущем только такой план. Все. Красота спасет мир. Красота спасет мир. Да. Апельхану. Очень приятно тоже, что с вами познакомились. Что вы скажете по сегодняшнему поводу, вот то, что мы собирались? Что вы собираетесь сегодня
показать нашим телезрителям. Честно говоря, вам спасибо. И это мой первый опыт. Я очень долгое время наблюдала за Джейхуном Бабаевским. Я обожаю его работу и очень ценю его еще как еще мастер и как человека также, да. И очень была мечтой просто оказаться рядом с вами, так как я недавно сама начала. И, боже, это реально нечто, то, что я с вами рядом. И хочу пожелать вам дальнейших успехов, покоряйте вершины. И сегодня я очень жду больших таких грандиозного шоу. И все наши мастера с Кыргызстана также ждут вас именно. Между тем, руководитель Академии красоты Айпери Кумар, молодой талантливый стилист Айпери Кумар, пригласивший Джейхуна Бабаевского в Кыргызстан, коротко рассказала нам о запланированных мероприятиях с участием мегастилиста. Сегодня мы организовали мастер-класс, где пригласили мирового мастера Джейхуна Бабаевского, где он продемонстрирует нашим талантливым мастерам новые техники, и тем самым мы пройдем у него повышение квалификации. Будем очень так рады видеть его и также узнать его секреты и также техники. Я в этой сфере уже на протяжении 3 лет нахожусь сама в Бишкеке, в Кыргызстане, и в этой сфере развиваюсь и являюсь сама стилистом также, да. Не стригу, не крашу, но больше всего являюсь стилистом. И у нас есть Академия красоты, где мы обучаем девочек новым, так скажем, техникам по прическам и по визажу. Джейхун Бабаевский действительно сильный преподаватель, мастер, харизматичный, веселый, воспитанный, щедрый, отдающийся своему делу без остатка человек, преподающий не только на совесть, но и от всей души. Воодушевленные красотой Кыргызстана, туристы из Словакии сыграли свадьбу в Чонкимине по кыргызским обычаям. Как рассказали в турфирме, пара прилетела в страну со своими друзьями. Молодожены запланировали проведение свадьбы заранее и обратились к ним за помощью. Команда турфирмы организовала проведение празднования, наняла ведущего, определилась с местом и даже купила обручальные кольца. В свою очередь, друзья молодоженов до последнего не были в курсе. Так, по прибытию в село Чонкимин один из гидов рассказал гостям, что, оказывается, рядом проходит кыргызская свадьба. Их пригласили в гости. Туристы с радостью согласились и поехали на одном автобусе, а молодожены остались в номере. По прибытию на место иностранные гости очень стеснялись, но местные жители их успокоили и растанцевали. В самый разгар вечера появились наши молодожены в кыргызских национальных свадебных нарядах и повергли в шок своих друзей. Кроме того, в туркомпании сообщили, что после пара обменялась обручальными кольцами с гравировкой «Кыргызстан 01.09.2021» и провела традиционную свадьбу по кыргызским обычаям с проводами невесты и многим другим.
Свадьба была настоящей, пара давно планировала мероприятие, но никак не получалось. Так, после покупки тура им в голову пришла идея сыграть свадьбу в таком экзотическом и красивом месте в Кыргызстане. В свою очередь, процедуру записи акта гражданского состояния организовать не удалось из-за сжатых сроков, отметили в туркомпании. Ay, 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 ay